Сегодня у нас ипотечная весна, ипотечная суббота. Вы видите, что к нам пришли многие жители Астаны для того, чтобы получить консультацию по ипотеке, получить консультацию по новостройкам и также прийти на сниженные цены на вторичном рынке недвижимости. Арай сайын бизде осындай үлкен шараларды өткізіп отырады. Бұл бізде ипотекалық жәрмеңке деп аталады. Бұндай шаралар сіздерге өте көп рахмет. Сіздер біздің риэлторлық компанияға осындай сенім артып осында келіп жатқандарыңызға. Здесь можно в одном месте получить сразу все. Принцип одного окна. Ипотека, новостройки и вторичная недвижимость. То есть ходить никуда больше не нужно. Банки все не работают. Мы сегодня вызвали и банки. Сегодня у нас скидки на договор купли-продажи, услуги нотариус 40%, 50% скидки на услуги оценщика. Также можно выехать и на строительные площадки, посмотреть новостройки, оформить первичную заявку в три банка. У нас банк «Центр Кредит», Сбербанк, Жилстрой, Сбербанк. Все сотрудники этих банков находятся на месте. Они здесь сегодня консультируют. Также сегодня все наши лучшие сотрудники на месте. Я представитель Сбербанка. Сегодня в компании «Этажи» проводится ярмарка. Здесь мы консультируем клиентов, принимаем заявки, также идет полная подача документов. На данный момент у нас действуют две государственные программы «Паспанкит» и 7-20-25. Казыр Астана қаласында үлкен бум деп айтса болады. Үлкені қалада әрқашан пәтер сатып алам дейтін кісілер өте көп. Осындай мерекелер, шаралар арқылы біз халыққа қандай ипотекалық бағдарламалар бар екендігін бәрін көрсете аламыз. Также сегодня можно выехать на самое лучшее предложение вторичного рынка, посмотреть квартиры живые, побеседовать с продавцами. Тем более продавцы сегодня многие выставили цены сниженные, ниже на 10-5%, чем еще, казалось бы, вчера в пятницу. Болашақ клиенттер осындай шараларға келу арқылы, олар бірнеше, мысалы қарсаңызда, мұнда біздің бірнеше банктар отыр, мысалға бірнеше банктардан бірденнен кеңес алады. Бұл айтқан кезде бір терезелік жүйе. Мұнда олар ипотека жөнінде консультация ала алады, кеңестер ала алады. Одан кейін новостройка дейді, жаңадан салынып жатқан үйлер жөнінде алуға болады. Компанияның ұсынған жеңілдіктерін ала алады. Ол жаңа нотариустың қызметтеріне және бағалау дейді, оценка. Оценканың біраз жеңілдікпен олар жасай алады. Меня зовут Саида. У меня установлено приложение «Этажи». Я выбрала несколько вариантов. И вот сейчас я пришла проконсультироваться на ярмарку. По этим вариантам также посмотреть другие, которые мне интересны. Я приехала из города Экибастуза. Консультацию получила в полном объеме. Большое спасибо менеджеру Али. Мы уже отобрали с нашим менеджером Кайратом. Вот, планируем посмотреть несколько квартир. Спасибо большое, что вы есть. Агентству недвижимости «Этажи» желаю процветания, удачных сделок. Всего самого наилучшего. Спасибо. Бүкіл әлеуметтік желілерде біз хабарландыру береміз. Өзіңіздің болашақ пәтерлеріңізді «Этажи» компаниясы арқылы алыңыздар. Успейте приобрести квартиру через нашу компанию, через компанию «Этажи».